На нем старенький резная, а в окошке огонек. Кто же в доме? Интересно. Маша, Настя и Егор. В предпасхальный светлый вечер тих семейный разговор. Маша, Машенька, а для чего на Пасху яйца красят? Когда Христос воскрес, Мария Магдалина пришла к провинцию Тиберию сообщить эту весть, тот не поверил и сказал: как это белое яйцо не сможет стать красным, так и человек не может воскреснуть. И вдруг на глазах Тиберия белое яйцо стало красным. Вот такое чудо явил Господь. С тех пор на Пасху всегда красят яйца. И Тиберий тогда поверил? Конечно! Вот как получается, людям для того, чтобы поверить, нужны чудеса. А почему тогда мы их красим не только красным? Традиции с годами меняются, ничего не поделаешь. Но так даже лучше. Разноцветные, с веселыми картинками и расписными узорами. Наши крашенки и писанки будто тоже радуются весне, обновлению, возрождению новой жизни. Ведь Пасха – это день радости и ликования. А это кому? Бабушке Лизавете, которая на краю деревни живет. Она старенькая, ни куличи печь, ни яйца красить она не может. Ей нужно помочь к светлому празднику подготовиться. Егор, сегодня ей и отнесешь. Хорошо. Вдруг в окошко стук раздался. Кто пришел к нам в поздний час? Кто паломник запоздалый? Храни Господь всех вас, мир вашему дому. Устал я, сил нет, а идти еще далеко. Дайте, пожалуйста, воды напиться. Конечно, дедушка. А куда вы путь держите? В монастырь, на пасхальное богослужение. Но я пойду, пора. Благодарю вас, добрые дети. Ой, далеко еще идти. Спасибо. Ну вот, самую красивую крашенку ему отдала. И от кулича теперь четвертинка осталась. Неужели тебе жалко? Человек издалека идет, устал, а мы его порадовали, чем смогли. Здравствуйте. Здравствуй, Никита. Что-то случилось? Почему ты такой грустный? А у нас мама захворала. Я пришел попросить у вас малину сушеной и меда. Кашляет мама сильно. А вы уже испекли кулич? Да какое там? Мама весь день лежит, говорит, что сейчас встанет и спечет. Маме сейчас нельзя вставать. Значит, у вас праздника не будет. Как же так можно? Ну вот, теперь нам и разговеться нечем. Ну и что? Мне почему-то совсем не жалко. Наоборот,
радостно. И мне тоже. Ну и слава.